встречает Новый год дружный маленький народ. Хабиб Магомедов, салам алейкум. Алейкум салам, Мухаммад. Очень рад увидеть тебя в этой прекрасной школе. На самом деле очень рад. Спасибо вам большое. Я тоже очень рад посетить такую элитную школу. Вот вопрос такой. А чья идея была вот такую школу создать? Работаю на кафедре психологии Дагестанского государственного педуниверситета. В 2011 году появилась такая идея создания вот этой школы, частной школы. Почему? Потому что хотелось все-таки как профессору, как ученому показать соединение теории с практикой. И это нам удалось. Вот я вижу, у вас два корпуса. А вот в двух корпусах сколько человек обучается? В школе сегодня два корпуса. И в начальной, и в основной школе сегодня учатся 848 детей. Вот у вас как по конкурсу сюда поступают или родители заявление пишут? Конкурс как таковой у нас нету. Все дети, которые приходят в нашу школу, они приходят на мое имя. Ну, я вижу здесь прекрасные, уютные классы. Вот, честно говоря, наверное, в городе, вот как гимназия, туда-сюда, я такого порядка никогда не видел. Это, наверное, благодаря вам. Мухаммад, сказать благодаря мне, это, конечно, половина правды. Это, конечно, все то, что мы сегодня смогли сделать, создать такую хорошую школу, это благодаря нашему четкому, мужественному, мудрому коллективу. Если бы не был бы такой мощный коллектив, я бы, конечно, не мог бы создать эту школу. И благодаря этому мудрому, красивому коллективу мы могли очень многое делать. И сегодня мы можем гордиться, что создали хорошую школу, где ребенок получает классическое образование и воспитание. Я вот только что был в новогоднем утреннике. О, это класс, это класс. И ребята такие одетые хорошо, и еще хорошая елка. Это уже, наверное, каждый год у вас такое бывает? Ну, таких мероприятий, Мухаммад, у нас очень много.
Это считай, что действительно с 1 сентября по до конца мая, это через каждый месяц такие мероприятия у нас очень много проходит в школе. Самое главное мероприятие в этом году, в 2023 году, было, мы провели такую мощную конференцию, научно-практическую конференцию, где нам удалось собрать из 22 регионов Российской Федерации талантливых методистов. И этим талантливым методистам, которые мы собрали в эту нашу школу, мы показали 5 мастер-классов. Это, конечно, тоже большой успех. Не только вот эти вот воспитательного плана мероприятия. И мы показываем этим, мы показали нашим гостям мастер-классы, где идет красивая средняя теория с практикой. Значит, вот это нам удается. Вопрос еще самый такой больной вопрос. Родному языку какое отношение? Вы знаете, у нас мы в школе, вот как мы эту школу создали, родным языкам и предмету культуры и традиции народа Дагестана мы уделяем огромное внимание. Благодаря нашим усилиям были созданы учебники по культуре и традиции народа Дагестана. И в этой школе, значит, где-то в начальной школе по 3 часа, а в основной школе по 2 часа мы отводим родным языкам. И в этом году было очень интересное мероприятие. На аварском языке мы показали такой спектакль Евгений Онегин, аварский поэт, писатель, перевел Евгения Онегина на аварский язык, и силами наших учителей, силами наших детей мы показали этот спектакль. И, конечно, даже вот было заметно в зале, даже были люди, которые, у которых даже не могли без такой эмоции смотреть эту передачу и смотреть этот спектакль. Когда ребенок на аварском языке произносит и читает Евгений Онегин на аварском языке, это было очень трогательно. Это было очень трогательно. И, Мухаммад, мы очень многое внимание уделяем изучению наших родных языков. Почему? Потому что, не зная свой язык, не зная свою культуру, обучать русской или же другой культуре, это невозможно. Еще один вопрос. Дагестан – спортивная республика. Спорту какое отношение? Вы знаете, спорту мы уделяем колоссальное внимание. Вот недавно нашего одного ученика признали самым лучшим спортсменом. Значит, его пригласил глава нашего города. Значит, было очень интересно, значит, смотреть, какие отзывы этого человека в адрес нашей школы. Было очень приятно. А таких спортсменов у нас очень много. Значит, мы даже создаем этим людям определенные условия для того, чтобы они участвовали. И что интересно, Мухаммад, те наши спортсмены, которые занимают призовые места, и как ни парадоксально, и все учатся отлично. А вот еще на следующий 2024 год какие планы? Ну, в 2024 году самое главное вот, будет 5 февраля. Мы думаем, мы как раз таки и хотим к вам обратиться с определенной просьбой оказать содействие в проведении такого памятного дня, посвященного имаму Шамилю. Мы это мероприятие хотим показать в Аварском театре. Силами нашего коллектива, силами наших детей. И, конечно же, если вы окажете определенную помощь, мы будем вам очень благодарны. Я всегда готов. Перед Новым годом пожелания дагестанскому народу. Перед Новым годом я желаю дагестанскому народу крепкого здоровья, погода в доме, исполнение желаний. И чтобы действительно вот этот, чтобы дети никогда не слышали грохот войны, чтобы закончилось военное действие, чтобы на нашей земле, на земле России всегда процветал мир. Удачи вам! Спасибо, Мухаммад. Огромное спасибо.
Amma ki en emir git arat sahat Son atsa bak hiç o duh karabrotli Çangi şalkana kamiyal sana Seresel hiyalal hutana rinka Hisana dünya hisana dungo Hiç o ihtata duh karabrotli Kirrugel neksiya dirhudul zabini Dahulel rugohe mihba khanaam Hunel rugot amkha shana khastikli Hiç o ihtata duh karabrotli Алилуас и собил салам ножоде.